Ну, вот так вот. Можешь прям по жести как-то рассказать. Вот прям, ну, как я люблю. Да многие даже слушать это не будут. То, что я сейчас несла, это просто чушь, ересь. Что будет с теми, кто не успеет к этому моменту соединиться с собой? И что вообще нас ждет? Ум – это не про мозг, это не про мышление. Ум не находится здесь. Меня многие побаиваются. Причем не я думаю, а мысли, они всегда приходят. У меня стояли волосы вот так вот, вот буквально вот так вот стояли волосы. Я думаю, не может быть. Боже, где мы живем? Господи, что происходит? Я не хочу это больше в себя впускать. Почему мне не могут все на блюдечке принести? Я как раз тот человек, который ни разу не надел маску. Это правило игры на данной площадке, на планете Земля. Я не пользуюсь вообще фамилией. Муж, женщина, если она развелась. Ну, там, в общем-то, я уже, можно сказать, общалась с потусторонним миром. Быть собой – это красиво.